Итак, всем привет! Сейчас я расскажу, как я создаю мозаичный декор для рамки из керамической посуды. Вот у меня есть тарелочка в мужском стиле. Вот. То есть минимум всяких цветочков, листочков, вот, финтифлюшек, завихрюшек. Вот более такой максимально лаконичный декор для того, чтобы можно было эту рамку подарить мужчине. Значит, это такое у меня техническое задание. Значит, я выбрала рамку, которая обтянута бумагой под цвет приблизительно выбранной керамики, вот, посуды. И теперь, значит, я для того, чтобы понять, что я делаю, это все импровизация, у меня нет готового рисунка. Я нашла еще одну тарелку с бежевыми полями, но уже совершенно гладко выкрашенную. После долгих выяснений деталей с клиенткой, вот такой вот узор ей понравился. И поэтому сейчас я его буду делать. Что? Убираю. И начинаю делать уголочек с кусочка, который имеет 90 градусов. Теперь я восстанавливаю тот узор, который я уже выложила, но делаю его ровненько. Выкладываю кусочки, не выходя за границы рамки. Для приклеивания использую силиконовый клей. На самом деле с этой клиенткой у меня был довольно долгий процесс общения. Мы с ней переписывались целый день. Я ей представила 3 или 4 варианта выкладки керамики с добавлением стекла, каких-то плиточных вкраплений, до тех пор, пока наконец мы не пришли к взаимопониманию и я не поняла, что ей нужно. В итоге я решила использовать кусочки трех видов тарелок, чередуя их для достижения равномерного распределения цвета. Если вам понравилось видео, буду благодарна за лайк и подписку. И вот рамка готова, и теперь нужно дать высохнуть клею и сделать затирку. По просьбе клиентки я делаю затирку белого цвета. Хотя я ее лично не люблю, белую затирку, потому что я считаю, что она съедает цвет, но желание клиента закон, поэтому я делаю и буду смотреть, что из этого получится. В дополнение к этой рамке я сделала другую, только из бежевых кусочков фарфора. Тем временем сделаю я затирку для вот этой рамки. Так, закрою эту рамку затиркой чуть более темной, чем кусочки фарфора. Для того, чтобы швах
был более темный тон. И для того, чтобы кусочки фарфора бежевые, хоть они и разных видов, чтобы они не сливались между собой. Вот такие рамки получились у меня из трех тарелок. Благодарю за просмотр и до новых встреч!